Сегодня в Ледовом дворце поселка Зяб прошло открытое первенство детско-юношеской спортивной школы «Чалы». Мастерство катания показали не только ее воспитанники из набережных Челнов, но и спортсмены из Елабуги. Больше 80 человек. Атмосфера на соревнованиях сродни Олимпийским играм. Все внимательно смотрят за каждым выступлением и движением фигуриста. Во время танца на льду не услышать громких криков болельщиков. Они боятся сбить спортсмена с ритма. Такие соревнования проводят 4 раза в год. Фигуристы борются не только за пьедестал, но и защищают разряды. Например, юного фигуриста и даже кандидатов в мастера спорта. Это удается не всем. Некоторые даже не скрывают слез. По словам главного судьи соревнований, это не повод расстраиваться. Защитить разряд можно на следующих состязаниях. Мы учитываем отдельно все элементы, сначала мы смотрим, и потом есть отдельная графа для уровня скольжения, для выразительности, для хореографии, то есть 5 еще таких дополнительных оценок. Поболеть за своих чад приходят и родители. В достижениях юных спортсменов есть и их заслуга. Этот вид спорта довольно дорогостоящий. Одна пара профессиональных коньков обходится примерно в 30 тысяч рублей. Костюмы от 10. Я хочу выразить огромную благодарность своей маме. Она мне помогает во всем. Спасибо, что она не покупает такие дорогие коньки, все дорогое покупает, чтобы я, конечно же, справился с своей задачей. Когда мне было 3 годика, я с мамой всегда смотрела фигурное катание. Я у мамы спросила, а можно мне тоже пойти на фигурное катание? Сегодня спортсмены боролись не только за грамоты и медали. В преддверии Нового года каждому участнику специально от Деда Мороза вручили сладкий подарок. Эльвира Салахова, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.